мы проводим сегодня четвертый наш вечер знакомств, где люди могут в непринужденной обстановке познакомиться, пообщаться. Желаю нашим, получается, сметовцам счастья, здоровья, создать больше крымско-татарских пар, чтобы найти свою вторую половинку и создать крепкую и дружную семью. Предыдущие вечера прошли очень весело. Большое количество у нас организовал пар, где они нас благодарят за наши вечера. Очень много пар, которые просматриваешь ленту и видишь, что они поженились. Ты пишешь им в директ, что действительно создалась пара. Они отвечают: да, Саулас, это мы у вас познакомились, в вашей группе, а нам об этом не сообщают. Надеюсь, что мы будем в дальнейшем все-таки проводить такие вечера, потому что все-таки должны создаваться счастливые семьи. После этого пандемии у нас не было возможности встречаться с людьми, а сегодня я встретилась столько знакомых, столько людей, я прям ждала этого мероприятия, чтобы встречаться с ними, пообщаться, потанцевать. Это вот то, чего нам не хватало во время изоляции, вот этого драйва, вот этого жизненного задора, вот этих амбиций танцевальных. Я тут просто отрываюсь. Может быть, и как-то и не получится встретить свою половинку, это Алла Берсен, но вот этот позитив, с кем я вот заряжаюсь, когда общаюсь со своими друзьями, это просто не передать, это вау. Нужно нашу молодежь больше так сплочать, чтобы все вместе, все дружно были. Это очень приятно, когда вот о нас думают и нас знакомят. Познакомиться с девушкой, ну, найти то, что я ищу, чтобы создать семью, чтобы татарская вот нация, поколение осталось, и мы продолжали, как говорится, свое. И учились татарскому языку. Все наше поколение, и старше, все сейчас заняты работой. И куда-то выходить, где-то встречаться, таких мест практически нет. И такие группы – это потрясающее вообще решение для таких ситуаций, потому что одиноких людей сейчас много. Очень вкусная еда, потрясающая атмосфера, много приятных знакомств, общения. Да и плюс музыка, которой сейчас очень не хватает вообще в жизни. Әлбетте, бұл күбі ақшамлар керек, файдалылар, язықлар олсын адамлар аз жарақ, ама бұл ақшам нетижесінде мейданға іч олмағанда бір құранта келсе, файдасы бұйықтыр менше, бағыныз. Яқшы авалар яңғырай, яқшы ашылар сопрада, ічкі йок, адамлар айнық, юрып, бір-біріні кере, сече, абайлай, ве құранта құрмаға тұрышалар. Приехал с Карачаева, Черкесии. Знакомая мне смс-ку отправила, говорит: сходи туда, посмотри, как у нас, как крымские татары знакомятся, проводят вечера, культурную программу. Мне и самому было интересно. И пришел вот посмотреть. Пока еще не познакомился, но я думаю, к концу вечера обязательно познакомлюсь. Многие люди не хотят опубликовывать свои пары, но скажу, что я как сооснователь являюсь очевидным примером. Буквально 1 мая я Аллаға шүкір стала мамой уже, поэтому я очень благодарна тому, что мои друзья, мы открыли эту группу, создали, и надеюсь, что такие же счастливые пары создадутся в нашей группе.